Добрый день, вашему вниманию микс «Зима Канада» экстра. Такая вот мужская толстовка. Размер 44-46. Женский джемпер «Эмочка». Брюки размер 36-34, классические. Платье «Эска». Размер L, тонковка, размер 24 указан, ну это где-то 46-48. Платье, тут указан, это скорее всего 44 размер, к низу клёш. Размер M-ка, 8-10 лет, это подростковые. Куртка размер L-ка, тонковка S, 50 толстовка M, тоже указано 8-10, подростковая. Джинсы. Размер не указан, это где-то 36-38. Тонковка L. Размер M. Размер L. Размер 46-48. Размер L. XL футболка. Трикотаж очень приятного качества. XL размер с капюшоном. Кофта размер M-ка. Здесь размер не указан, это 46-48. Юбка размер M. Рубашка размера XL. Брюки. Фирма Polo. Размер 34-32. Тонковка XL. Кофта размера M. Так, размер здесь не указан. Это где-то 38-40. Размер. Здесь срезана бирка, а это размер 38-40. Так, размер 40-42. Топ эска. Такой под кожу зам. XL размер. Размер M-ка, майка, рубчик. Размер S. Рубашка. Размер S. XL размер. Рубашка XS.
спортивная кофта размер М-ка. Размер указан 2L, но это подростковая. Брюки рубчик, размер М, к низу расклешенные. М танковка. XL размер, внутри утепленная. XL размер кофта. Размер М, но выглядит как S. Размер S. XL размер. XL размер рубашка. Кофта Adidas. Размер M. Джинсы. Размер указан, рост 165. Размер S. 3X написан размер. Ну, явно меньше. Домашние штаны. Размер не указан, это где-то 42-44. Размер S, спортивная кофта. Размер M. Брюки. Размер указан здесь просто 13, это где-то 44-46. Размер L. Размер S, подростковые, XL размер, указан размер, это M-ка, L, штаны плотный такой трикотаж достаточно, L размер. Размер М. С. Жилет. Не указан размер. Это 46-48. XS. Брючки трикотажные. М. Размер L танковка. Куртка S. С капюшоном она. И брючки. На брюках не указан размер почему-то. Это 48-50. Также в лоте есть лиф. Ну, тут указана только цена 7 евро, а размер не указан. И вот такие вот гольфы. На этом все. Спасибо за внимание. Подробное описание будет под видео.